Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Кто не подписан, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Поставьте лайкосик, напишите комментарий. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе событий, что происходит на канале. Обратите внимание на кнопочку «Спонсировать канал». Будем очень вам признательны и благодарны. Приятного просмотра вам всем. Вот так вот ездят здесь мотоциклисты. Могут задавить. Всем хорошего настроения. В Москве сегодня солнечно, тепло. Все замечательно. Смотрите видосик. Сегодня ездил к Ксюхе на Новослободку. Ну и сейчас здесь на Савеловской. Приятного просмотра. Еще раз просьба огромная. Подпишитесь на канал ТВ Маэстро. Подпишитесь на канал Братское Сердце. Канал Бавленский Поворот. Не забывайте. Очень интересное видео. Интересный монтаж. Ну и соответственно канал Аслан Исаев. Уже 1300 подписчиков. Благодарим вас. Большая благодарность за поддержку. Потихоньку учится Аслан снимать, выкладывать видосы. Сегодня трезвый, но правда плохо ему. Подташнивает, крутя, мутя и колотя. Короче, пусть трясет меня колбасит, все равно я пить не брошу. Все, ребятки, приятного просмотра. Здравствуйте, гражданин. Всем привет. Рассказывай. Чего рассказывать? Я буду рассказывать. Че звонила, че звала? Да вот Андрюха, вот сейчас подойдет, пусть говорит. Вот ты нам прикол устроил. Андрюха, Ксюха. Заставку пиздатую сделал. Это не я, это Димон. А, еще и Димон? Это. Охуеть. Нам как показали, блядь, мы чуть от смеха сами не умерли. Думаем, нихуя себе, блядь, вот это да. Это не он сделал заставку. Это Димон. Привет. Так, короче говоря, все хорошо, дай никотину. Началось, блядь. С электронкой. Это я приехал, блядь, с Савеловской, нахуй, чтобы сигарету тебе дать, да? Да. Тут не было народа никого. Да. Так должно быть. Понял. Нормальных. Кому а? Сейчас легко, ебаный насос. Старый пылесос, ебаные тапочки. Давай вторую. Если уж начал, нет, давай. Давай и вторую. Что было? Так, под сигар. Хуяк. Копилка. Копилку, да. Под сигар. Под сигар. Такая хрень. Так, что тут? Какие новости? Новости? Пиздец. А что, за вчерашний день два раза напились, два раза проспались и до сих пор еще куматозные ходят. Когда проснулись, бутылка водки целая. Это Димон, это вот эта штука, который здоровенький был. Димон, Пускай Димон. Нахуй проценту, блядь, Димон, блядь. Какая-то не то пальто. Не то, да? Не то. Что пожалуйста? Просрочный вариант. Выброс с пятерочки. С перекрестка, с пятерочки, с подбитой. Да пиздали, короче. А что, мы пьем, нет? Попьем. А что, есть? Конечно, есть. Хуяси. Всегда все есть. Нет, не всегда. Ну не всегда, бывают редкие варианты. Когда вы спите, да? Тогда нету. Да, тогда мы не пьем. Когда мы спим, да. Так что они проснулись, он такой, откуда, говорит, целая бутылка водки? Я говорю, мы пришли кое-как нахуй. Какая бутылка водки, блядь, давай говорю. Я вчера утром был, ну как утром, 10 в 11, нихуя никого не нашел. А, ну, нас тогда можно было не искать, потому что мы в алебастре были. Этот гражданин, ё-моё, хулиган. Какой? Это вот там что. Вот который вот тот с тобой был. Бавленский поворот, ребят, подпишитесь на канал. Пускай нафиг башляет нахуй процент. Звезды Ютуба, вот здесь вот, в Калтедонии,
Уже все знают. Все знают, все смотрят, и все прикалываются, все во. По ТВ один, блядь, ёпаный. 9000 хуя, блядь, подписчиков, блядь. Ёпаный. Мама дорогая, я уже даже глаза закрываю, блядь. Как будто меня нет, блядь. Я кепку на глаза натянул. Она не говорит. Что, дяденька? Давай, дяденька. Не слетал вообще. Какая-то... Какая-то хрень вообще получается. Процент с вас. Хотя бы на сигареты. Какие сигареты, а пожрать нахуй, я чё, блядь, я не А картошка надо. Картошка? Не за мешок, парики, а мешок. Вот. Ой, мешок. Цветочку махонькую. Все хорошо. О, ну чё, здоровенька. Тебе что, творог или сахар? Кого-нибудь? Ты что, его видел, что из них там? Сыр. Что это? Сыр. А это самогонка, да? Да. Сам трест. Это 200. Не самогонка, это сам трест. 200? Это да. От этого, от доктора. А. Доктор, короче. Пилюлина прописала. Пилюля. Нет, не даже не пилюля, а как это правильно? Нахлобучка. Хуючка, блядь, нахлобучка. Да не хуючка, а нахлобучка, блядь, ёбаный. А потом это хуючка получается. Но, сразу же алебастру. Пузо-то прошло? А? Пузо прошло. Да, только мне на ночь открывать ее надо, а как все зайти? Нет. Предложи кому-нибудь там. Завтра 8 месяцев. Кого? Не пью. Что он не пьет? Ты что, беременный, что ли? Ну да. Нихуя себе. Слышь, ты нихуя себе. Тебе с хлебом сделать сало? Нет. Нет, самое простое. А, есть что-то? Я кисломолочный чай. Так кислый или молочный? Да, определись, ну, что такое. Ну, нахлобученный. Так, подожди. Подожди. Подожди, дожди, дожди. Мы оставили бухло позади. Да. А теперь у нас впереди ларьки, ларьки. Придурочный ларек, давай пей уже, блядь. Держи ставлю. Главное, что ты этого, блядь, Лопоухова убил, блядь. У меня сегодня на где эти охуярки остальные? Ахуй, знает. Вчера не было. Хуй их, мама знает. Только единственное, что Кирюха уползал. Оля живая хоть, нет? А мы ее не видели, как приехали с Щербинки. Щербинки? А вы Щербинки были? Да. Сколько? Двое суток, да? Да, мы там двое суток работали. Ну, нет, работал кто-то, а кто-то книжку читал. Народ, my direction – это самый анекдот. Короче, хуяк им за движуху, my direction – положуху. Чтоб была движуха, и каждому, блядь, пруха. И болел потих и грусть. Ну, это еще ничего. Протонали. Пойдет, да? Да. Хорошо, что мы не выросли в капусту. Давай, народ. Давай. Ты бы хоть мне сказал, что у меня футболка убитая, блядь, мальчина. Я тебе говорил вообще-то. Да? Ну что, я так, блядь, хуево слышал, что ли? Пизда. Без очков, наверное, была, не слышала. А? Без очков была, не слышала. Без очков, блядь. Сара Коннор, блядь. Ты долго будешь еще кипятить-то и дрить твою кочерышку? Подожди, ну еще подогреть. Ты будешь сам на разливе стоять. Буль-буль-буль. Три буль-буль, один ням-ням. Ну, сейчас я вам схожу. Усё хорошее. Речь. Ну, короче говоря, включите всем здоровья, микрофон. А остальное само придет. Будь добру. Редко, но метко. Забыл конкретно. А, хороша зараза. Вот это вот, сам трес. Нет, себе салон наложил. Я тебе наложил, а вообще-то, а не себе. Ну не ходишь за вкусом, извините. Что там, как совок-то поживает? Совок. Хуй его дышит? Как всегда, блядь.
трезвых никого не найти, да? Кони пьяные, хлопцы запряженные. А должно быть наоборот. Я не понимаю, что коней там нету, и их уже съели нахуй. На закуску. Ну, да. Эти граждане, мои даже хлопцы, блядь, нахлопались, блядь, и все, упали, где попали, блядь. Съешьте ее. Надо было с собой брать лопату. Отмахиваться. Отмахиваться. Что такое? Двухстволку. Смотрите, закусают. Двухстволку надо, девушка. Эти чокнутые напрочь. И такие. Показали по первому каналу. Это охуеть, ебаный насос. По первому не видел, не знаю. Надо посмотреть, где это показывали. Так вот нам, когда вчера, да, вчера Игорёк сказал, по первому каналу только хуй его знает. Не пойдём вообще, и трезво всё обсудим. Только поменьше пиздежа, побыстрее делать. Да, побольше самое движение, мое интересное расположение, как бы. Самогоночка. Бах-тарабах, и всё. Давай, народ, чтобы как бы усунулось в рот, и там остальное всё хуйня на повестке дня. Поменьше сколько, побольше делай. Дядька. А он все равно в затычках. Прямо пополам. Ему хоть трех этих самых. Там хоть из пушки стреляй. Разбастрил его. Ты хуй на него. Просто хотел. Просто хотел. Что ты снимаешь, что ли? Вам чуть не наловить случайно, как хотите. Я представляю, как будто сейчас прыгал этих птичек, блядь. Вот этих, что ли, кухаряков, блядь, ёбаных. А что это такого? Что не птичек? С кусочком хлебушка, да? Тихо-тихо-тихо. Заманивал бы по тихой грусти, блядь. Давай уже, блин, шандера. Кто-то умел. Вот, надкусная птичка. Какая хурейс. Ну такая вот. Вот сейчас. Почему-то я постоянно в кадр попадаю. То в одной зеленой футболке, то в другой. Все, у тебя все зеленые, что ли, футболки? Да пиздец какой-то. Нет, я, конечно, 28 мая мой праздник. Я зеленый. Сейчас наполовину зеленый. Дайте, пожалуйста, денег на порошок. На порошок? Лучше на два. Лучше на два. Ну вот на этот порошок. Один порошок такой как бы нюхательный. Второй стирательный. Второй курительный. Ну чтобы как бы нахлобучило, короче, по самой не получится. Ну так, чтобы теряв шмирак и хлоп, бабах, тарабах. Ладно, тогда другое дело. Я ты будешь проводить это господа, воду, чтобы я успел господа, стирать, блин. Сало не желаете? Если желаете, приходите на квадрат. Наловим голубей. Замастырим их нахуй. Шашлык сделаем. Обшипаем, сделаем такой шмастык, блядь, это как его, шашлык-маштык. Какая разница. Мясо, ну и в Африке мясо, блядь. Живем, блядь. Дубло, да, короче, давай уже выпивай, блядь. Дубло ветку воткнули, нахуй, и все в рот ебать, нахуй. Нехуй, блядь, летать, где попало, блядь. Они заебали тут всю историю жизни, блядь. Мне сегодня уже по голове клюв-клюв, блядь. Ебиться сердце, блядь, я сначала не поняла, думаю, ты просто пальцем мне тыкаешь, ага. Голубятня, ебаная. Тык-тык, блядь. Что, фонарь понравился? Фонарь, аптека. А где аптека? Где-то там. А, мне ну, аптека не нужна. А, нет, ты знаешь, как я сам и дело была? Ночь. Я тишина. Тишина, да. Просыпаюсь. Будет меня жена. Так. И говорит она, муж, сходи в аптеку. Купи что-нибудь к чаю, да? Нет. Ага. В основном. Там другая хуйня.
Потом я понимаю. Ночь, фонарь, аптека. Ебать. Только до нее, до этой аптеки, ходить нет. Да. По поводу. По поводу. Даже без повода уже. Да, просто доебаться. Да. О, уже заебалось. Как-то жестоко, но просто. Очень просто. А куда он салют? Е? Кто? Дёрник. А зачем он? Дёрник. Дёрник. Денег у него просто. Ну, вот какую-нибудь мелочь. Он улетел нахуй, ебался. С таким пузом, нахуй, куда он там? Да ему хуй, пока я хуй раз, начал прийти, блядь. О, блядь. Так, прекращайте, хулиганье, блядь. Он ее хочет, она не хочет. Если мы так подойдем, у меня бы голова, нахуй, сотрясение мозгов. Каких мозгов, если их и так уже нету? Присумничь хочет, блядь. Какая-то, блядь. Это самое называется. Порнуха какая-то, ёбаный насос. Съебалась, короче говоря. Пернатая порнуха. Пернатая. О, блядь, надо хоть запомнить это. Пернатая порнуха. Ну а что они, блядь, сели в полево, в сериво, блядь, там хуй поймешь, что там у нее происходит. Они, блядь. Да, у. Тоже снимай. Вот такие сигареты курит Ксюха. Сейчас еще соточку им дам. Что-то они там картошки хотят купить. Новые сигареты. Ксюх, там короны не было, вот какие-то купил, смотри, новые, блядь. Появились. А, что, по сотке теперь они продаются, да? Да. Еще, не, еще сот. Забираешь пачку, еще сотку сверху дают. А, это хорошая ситуация. Давай в карман вошли. Да маленько вообще. А это что там, йогурт? Да. Это хуйогурт. Хуйогурт. Хлопучка, блядь. Ага. Творог мягкий. А еще бывает творог твердый, да? Бывает зернистый. Твердый, блядь, потом. Приходится зубы свои выкидывать его нахуй. Ёлки матери. Ебашишь, короче, он спя мягкий, потом переходишь на твердый. А, нет. И на газ, газообразный. На средний вариант. Куда это там? Стартануло. Да. Там оно воду поставил. Понятно. Че, не договорилась на вечер? Да, в основном, что нет-то, блядь. Я ему, блядь, самый жир спущу на пушку. Я этого дяденьки с большими ушами. Ушами и усами, блядь. Ты же еще с йогуртом никак не можешь разобраться. Пусто, да? У него язык до конца не долазит. Ксюх. Подожди, я еще с этим не разобрался. Ксюх, ты его тренируешь, да, чтобы язык до дна доставал? Да, знал бы, я пытался. Ой, ё-моё. А я тренируюсь чупа-чупсами. Правильно, это тоже нужно делать. Ой, бля. С моста что, прыгать? Что, а? С какого моста? На наводниках маленьком. А. Ну, в принципе, если перепью, блядь, из большого нахуй нырну. Не подумаешь вообще? Ни капли. Иметь что нахуй тебе надо сразу? Ты глаза закрой, не видишь все это. Что не видишь? Я тебе этот шарик надую. На шарик. Какой шарик нахуй? Там есть такой воздушный. Че вдруг въебалось? Какой нахуй шарик? Ты где мне здесь дуб-то покажи, а? Ну, вот он дуб. Это блядь. Тополь. Это, ну хуй на него, будет дуб. Ёбушка ты, блядь, мой. Нихуя страшного. Эх, какой ракурс хороший. Нормальный дуб. Залеплю это, как вы.
Я тебе залеплю, блядь. Нырну, нахуй. Ага. И фиандр отдыхает, нахуй. Какой нахуй фиандр? На воднике надо с шашлычком ехать. Да. Иди ты со своим йогуртом, знаешь, куда? Самогоночкой. Что нахуй йогурт, хуй йогурт? Ну, так надо, чтобы была еще компания, чтобы его отвлекали. Отвлекали? Чтобы он не видел, когда я прыгаю, блядь, с моста. Вот так, да? Ну ладно, компанию я себе найду, это не вопрос. Кого? Вот этого Лопоухова? Хуя? Какого хуя? Который Русланом называется. Так он же все мозги вынес там. Я там, что, мы что там, что? А, компания рядом будет, да? Да, неподалеку, тут рядышком будет кто-то. Так, на мясо кого пускаем? Киргизских мы поймаем, нахуй. А вот это, наверное, который жирный сейчас проходил, да? Блять, мариновать, блядь, придется долго. Долго, блядь. Встретил, ребят, снимать не стал. Вот этот дедок сидит. Как мы его прозвали? Якубович. Соточку попросил. Опять с похмелья сидит. Попросил на пузырь, но у меня нету на пузырь. 100 рублей им дал. Какими-то двумя чуваками, я их не знаю. Ну такие мирные, позитивные вроде. Так, сейчас купим себе адреналин. Пойдем найдем Аслана. Где-то они здесь на 6-м выходе сидят. Маня, как тебе сегодня спалось? Как вам сказать? Говори как есть. Я только еле, а другого месяца. Заебался за тебя заступаться. Знаю. Да. Я знаю, а как тебе сейчас? Ну а как? Все пути ведут на совок. Бедолаг наш не видел, а Димку Бульбу. Димку Бульбу не видел этого, Якубовича видел. А там с вами. Да, с двумя пацанами с какими-то. Не знаю, они вроде пошли по делам, Якубович говорит, и куда-то исчезли. Да, да, да. Они сказали, как жив-здоров, Олега? Нормально. Нормалды? Алаверды? Всем привет, всем хорошо. Всем привет, всем хорошо. Уважаемые подписчики, здравствуйте. Это я с вами, Юрка, Samsung, там как хотите. Нет. Немножко налей. Чего немножко налей? Это не пиво. Это адреналин, ты, куда ты с бухлом адреналин, чтобы тебе сердце нахуй остановилось? Налей себе водички. Пальцем ногой налей. Ребята, ждали, Димка не пришел. Литр водки, пацаны, выпили. С вашего позволения вот это откроем. За Димки на здоровье. О, нихера себе. Мы с утра купили. А я Димкин. Мань, не визжи, Что ты ревешь, как белуга? А у меня нахуй орёт. Тебе ногу вылечили сегодня. Нет, Саня засыпала и это. Был порошок, типа 40%. Типа такого. Чё, Асланчик, а, ты сегодня выкидывал видос, да? Да, там уже 1300 подписчиков. Да ладно. Ну то, что я говорил, да? Чего? У Аслана 1300 подписчиков. А с кого? Ага. Дима, ты на себе? Чего? Твою нюху, блядь, ты дал боёк. Димку ползумал. Шампанское, не по утрам. Ну да. Мы не аристократы. А мы всего лишь союзовские бедолаги. Купили для Димы бутылку водки. А его нет. Да заткнись. Как фирма его стала. Принципиально. Бутылку водки купили литровую. Взяли колы. Взяли шампанское. А он не пришел. А он не явился. Негодяй. Прогул. Пошел пол района. А ты там
будем. Ну что, стоп, сидели, ждали, ждали. Часов 5 или 6. Эй! Че, Юрок? Я ж тебе вчера говорил вечером, пойду, пойдем. Я тебе покажу, где он живет. А нахуя мне знать, где он живет? А? Нахуя мне знать, где он живет? Ну, может, ребят туда бы зашли. Бац-бац, и мимо. Пауэрбанк у меня есть, Асланчик, но я сейчас тороплюсь, мне сейчас надо на почту. Подписчик попросил посылку получить и отвезти ему. Я сейчас съябываюсь. А? Не пьяный? У меня завтра 8 месяцев, как я не пью. Умножай на 3. Примерно 240 дней. Я уже там умножение забыл. 8 на 3, да? Ой. 7 на 8, 56, да, мама? Да, 18. Не. Дима, Саня, бери. Да, смотри, 240, да? Ну, где-то да. Или 250, ну, где-то около 200. 240. С днем рождения Димона нашего. Где-то он лазит, непонятно где. Ребятки, люди добрые, подписчики, уважаемые. Сегодня нашему Димке безумно 34 года. Ну сейчас его с нами пока нету. Где-то он там гуляет. Ну не то что гуляет, там что-то пошел по каким-то своим делам. Ребят, я его поздравляю. 34 года вот он прошел, как сказать, возраст креста. Молодец. Крым... И дай бог ему еще. Крым и Рим не проходил. Ну хотя бы раза полтора еще так же прожить. Сейчас ему 34, еще полтора. Давай, а то как этот. Длинный тост или короткий тост. Димка, твое здоровье, братец. Вот. Главное здоровье. Это завтра Манькин на день рождения. А завтра у Манюньки у нашей. Ёптарарай. Да, 20 июля у меня. Юра, 41. Уже корга. Да, старый папа стал. Я с юмором, мать. Мать, я не зря поздравляю перед твоим днем рождения. Хорошо выглядит. А я знаю, кто эти дела. Вот. Ну, а знаешь, что сказали? Ой, чума. Руслан, брат. А точно было такое, чтоб Машу на мне женили? Было такое? Ну, то есть я похож на нее. Ебанулся. Надо исправляться. Тебе исправляться, не мать? Нет, а Маша не справится. А тебе за что исправляться? Мужчина должен главным. Да. А ты? А ты? А я? Давай, за тебя. Маш, за твои губы. А, за Диму пью. День рождения. Пацаны, я просто заманула. Я пью за Диму. Мы его искали, сегодня туда ходили. Ну, где он ночует. Саня вообще обходил весь круг. Ну да. Дай сказать. Вот, сейчас я пью за Диму. Крепкого его здоровья. Это главное. Я плохо разговариваю. Ну то есть, говорю. А пьешь хорошо, давай тогда пей. Да. А, пить? Да. Давай. Кисло. Я ж только выпил. А, ты себе? А просто не дал. Ну, Дима.
с Димоновым днюхом. Ребятки, давайте, подписывайтесь. На Асланову скидывайте лайки. Давайте. Завтра, кстати, в Маньке день рождения. Приходите, приглашаем. Да не, может, за телегами поможет, потому что у нас уже все, лимит исчерпан. Санёч, братское сердце. Посмотри, пожалуйста, у вас лайки что-то там или телефоне не хватает, потому что это такого объема памяти, потому что какие-то мелкие вот эти выходят и там, не знаю, может, что подскажешь. Чего мелкие выходят? Места мало. Ты старые видосы, которые выкинул уже на YouTube, ты их удаляй. Зачем они тебе нужны? А, из-за этого они тоже память? Ну, конечно. Не, удалить ты их удалил из галереи. А из корзины надо еще удалить их. Сейчас посмотрим. А ты, чтоб не приставали к тебе, ты так не нахуяривайся, как это, поросенок, блядь. А кто это? Кто, кто? В кожаном пальто. Вчера это хорошо, я одного знал, блядь, подошел, хули вы доебались до нее. Запрет делать. А то бы они мне втроем там, блядь, наковыряли бы так, что мама не горюй, нахуй. Сань. Ой. Небольшая вот такой обрезочек, 16-я. Арматурка, да? Да у меня вот левая нормальная арматурочка. А это еще будет правая. Очень хорошо тоже работает. По коленочкам, по чашечкам, бац-бац и все. И на всю жизнь. Не, а может не на всю жизнь. Так что так и так. Не, ну с этой штукой тоже опасно ходить. Я... И вы люди, вы не думайте то, что я там говорю какие-то плохие слова, там что-то, какие-то советы. Ребята, это для того, чтобы, как вам сказать... Самооборона. Самооборона, да. Ну вот. Заебешься ее носить с собой, не надо ничего носить. Полиция поймает, не дай бог ее... Надают по попе. Куда ты босиком? Не, ну она по попе мне не дает, а. Тошни. Можем попасть, ну, по ту сторону забора, а там вы сами, если да, вас... не будем о плохом. Подписывайтесь, ребята, на наши каналы. И, Аслан Исаев, Бавленский поворот, Братское сердце, ТВ Маэстро. Подпишитесь на каналы. Ребятки, добрые люди. Уважаем подписчики, я вас всех люблю, уважаю. Все, попиздил я на почту. Саньки синему, самое главное. Там еще подойдет. Синенький, братское сердце, если в эфире. Самое огромное тебе привет, да, Санёк. Чудо с собой заберете, да? Мяу-мяу. В натуре чудо. Перьев не хватает, блядь. Все, ребят, отдыхайте, пошел я. Ты подойдешь еще? Да. А, вот, много рассказывали про вишню, ребята. Вот она, эта вишня. Блин, зум. Вот она, эта вишня. Представляете, где она находится? Вот, на самом виду жили. Там стояли диваны, лежали матрасы. Там человек 15-20 живо под этой вишней. Такая банда. Всем хорошего настроения, ребята. Подпишитесь на каналы. Поддержите. Спасибо.